Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам, песнь, 1 глава, 3, Кришна, источник всех воплощений, текст 1. Сута увача, джагрихе паурушам рупам, Бхагаван Махат Адибих, самбутам шодаша калам, адаулока сестрикшая, Кто-то сказал, в начале сотворения материального мира Господь распространил себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано, что личность Бога, Шри Кришна, поддерживает материальные вселенные, распространяя себя в свои полные экспансии. Форма Пуруши, о которой говорится здесь, подтверждает этот принцип. Изначально личность Бога Васудева, то есть Господь Кришна, известный как сын царя Васудевы или царя Нанды, исполнен всех богатств, всего могущества, всей силы, всей красоты, всего знания, всего отречения. Частично его достояние проявляется в виде безличного брахмана, а частично как параматма. Форма Пуруши, той же самой личности Бога Шри Кришны, о которой говорится здесь, изначальное проявление Господа как параматмы. В материальном творении существует три формы Пуруши, и первая из них данная форма Каранадакашая Вишну, две другие его формы Гарбадакашая Вишну и Кшарадакашая Вишну, и мы поочередно рассмотрим их. Бесчисленные вселенные появляются из пор на коже Каранадакашая Вишну, и в каждую вселенную Господь входит как Гарбадакашая Вишну. В Бхагавад-гите также говорится, что материальный мир через определенные периоды времени создается и вновь разрушается. Созидание и разрушение происходит по высшей воле ради обусловленных душ живых существ, которые называются Нитья-бадхи. Нитья-бадхи, то есть вечно обусловленные души, обладают чувством индивидуальности, аханкарой, побуждающим их действовать, доставлять наслаждение своим чувствам, хотя по своей изначальной природе они не являются наслаждающимися. Господь – единственный наслаждающийся, все остальные – объекты наслаждения. Живые существа, подчиненные наслаждающиеся, однако, забывая об этом своем изначальном положении, вечно обусловлены. Живые существа, подчиненные наслаждающиеся, однако, забывая о своем изначальном положении, вечно обусловленные души жаждут наслаждения. В материальном мире обусловленным душам представляется возможность наслаждаться материей, но вместе с этим им дается шанс осознать свое истинное изначальное положение. Удачливые живые существа, которые постигли истину и, прожив много жизней в материальном мире, предались лотосным стопам Васудевы, присоединяются к вечно свободным душам, получая таким образом возможность войти в царство Бога. После этого таким удачливым живым существам уже не нужно возвращаться в приходящее материальное мироздание, но те, кому не удалось постичь эту изначальную истину, во время уничтожения материального творения вновь погружаются в Махаттатву. Когда начинается новый цикл творения, Махаттатва снова высвобождается. Эта Махаттатва содержит в себе все составные части материальных проявлений, в том числе обусловленные души. Махаттатва делится на 16 основных частей, 5 грубых материальных элементов и 11 орудий деятельности, чувств. Махаттатва подобно облаку в ясном небе. По всему духовному небу разлито сияние Брахмана, и вся система излучает духовный свет. Махаттатва сосредоточивается в определенном уголке
огромного безграничного духовного неба, и та его часть, которая оказывается покрытой Махататвой, называется материальным небом. Махататва — лишь незначительная часть всего духовного неба, но в ней находится бесконечное множество вселенных. Все эти вселенные вместе взятые создаются Каранда-Кашая Вишну, называемым также Маха-Вишну, который оплодотворяет материальное небо одним своим взглядом. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Прамудиштам Стапитамина Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Надати Свападантикам Ванча Калпа Тарубешчам Крипа Сингхупья Эвача Катита нам павани бьем вайшнави пьем намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайтан Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Сута Увача Джагрихе Паурушам Рупам Бхагаван Махат Адибхи Самбутам Шодаша Калам Адаллока Срикшая. Сута сказал: в начале сотворения материального мира Господь распространил Себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Итак, мы начали читать третью главу, третья глава, первая песня Шримад-Бхагаватам, Кришна – источник всех воплощений. Здесь Сута Госвами продолжает отвечать на вопросы мудрецов, которые содержались в первой главе. Одним из вопросов был вопрос, зачем, как в этот мир приходит Верховный Господь. И здесь начинает описываться это вот поэтапное творение мира и проявление в нем различных воплощений. То есть материальный мир имеет форму или, скажем так, имеет статус альтернативной реальности. То есть сейчас мы видим, что есть люди, которые живут, скажем так, в реальном мире. А есть люди, которые живут в виртуальном мире. Виртуальный, уже люди даже это слово уже не переводят, они прям так его используют, хотя не уверен, все ли знают его значение. Слово «виртуальный» буквально обозначает «мнимый», то есть который существует только в уме, его больше нигде нет. Вот. И сейчас проявлением этой мнимой реальности, или это более модное слово, виртуальная реальность, это вот мир всяких разных компьютерных игр, мир интернета. Кажется, что этот вот мир где-то существует, в действительности его нет. Это все как бы просто какие-то ящики, компьютеры с большими жесткими дисками. Вот. И там вот это вот некое, так сказать, мнимое пространство. И в этом мнимом пространстве располагаются аудио, видео, игры, тексты. Через это все вот люди там как-то общаются. И у них складывается полное впечатление того, что вот это все реально. Точно так же вот эта вот материальная вселенная, она также является мнимой реальностью или виртуальной реальностью по отношению к изначальной реальности. И чтобы живые существа, которые не хотят жить, которые не могут
принять идею такой миропорядок, который он есть вот, как бы, в реальности, что Кришна-центр, вот, они уходят в виртуальную реальность, и они уходят в этот мир, и для этого этот материальный мир нужно построить. И вот здесь как раз описывается, каким образом это все осуществляется. И этим занимается, конечно же, не Кришна. То есть Кришне заниматься всеми этими вещами вообще не нужно. Вот, он из себя выделяет экспансию Маха-Вишну, из Маха-Вишну исходит следующая Гарбхата-Кашая-Вишну, из него исходит следующая Кширада-Кашая-Вишну, Параматма, вот они всеми этими. То есть можно сказать, что Кришна занимается этим через свои отделенные экспансии. Он просто дает какое-то поручение. Вот, то есть, допустим, как вот, ну, человек часто говорит, я не могу разорваться, вот у меня там что, у меня со всех сторон отвлекает и на то, забывает, одни попросили об одном, другие попросили об одном, и человек говорит, у меня уже голова кругом, я не знаю, куда мне бежать, там туда или сюда, мы все от меня чего-то хотят. Вот, то есть мы видим, что у нас не получается вот так себя на много дел одновременно распространить, очень сложно. Единственный способ это сделать, как это делают мудрые руководители, вот, они просто говорят, вот, набирают некую, так сказать, команду единомышленников, которые представляют собой, в общем-то, продолжение вот этого эго или понимания самого руководителя. И если человек квалифицированный начальник, он говорит, я тебе полностью доверяю, давай ты развиваешь эту тему, ты развиваешь эту тему, и все. Сам он, так сказать, сидит в мягком кресле и, в общем-то, так сказать, просто координирует некоторые усилия, но за него действуют эти вот его различные представители, которые разделяют его понимание, которым он доверяет и которые от его имени что-то делают. Вот эта система, скажем, этого делегирования полномочий, она полностью взята как раз от Верховной Личности Бога. Вот что он один, но он распространяет себя во множество, через это множество он действует. И вот здесь как раз описываются эти три пуруши, Маха-Вишну или другое название его, Гарбхата-Кашая-Вишну, вот, которые находятся за пределами Вселенной. Вот, и мы знаем, что Вселенная существует циклически во время, в паузе между вдохом и выдохом. Вот, и споры его тела во время выдоха выходит в Вселенную, и потом, когда он делает вдох, она опять входит. Так называемая черная дыра. То есть черная дыра, поглощающая Вселенную, это и есть поры на теле Маха-Вишну, которые втягивают сюда. То есть ученые правы, но не до конца. То есть черные дыры – это хорошо, только надо понять, дыра, она же бывает в чем-то. Знаете? Дыра, она же не бывает сама по себе, так сказать, дыра в дыре. То есть дыра подразумевает, что она в какой-то системе находится. Да? Я могу сказать, что у меня там дыра в штанах там, или в борту судна дыра. Вот. А говорить, что есть какая-то дыра, но непонятно в чем дыра, вот это уже обозначает неполнота знания. Поэтому если сказали, что есть черная дыра, теперь должны объяснить, в чем именно она дыра. Вот. И тут уже им сложно. Вот. Но веды приходят на помощь нашим бравым ученым и говорят, это черная дыра, вот она в теле Маха-Вишну, таких дыр очень много, и они поглощают все эти вселенные. Вот. Поэтому да здравствует, так сказать, союз науки и религии. Вот тут мы их, так сказать, да, примирим в этом плане. Вот. И когда эти вселенные вышли из тела Маха-Вишну, теперь контроль должен осуществляться всегда Ишвара, то есть принцип Ишвары, принцип контроля, он должен быть всегда. Поэтому теперь Маха-Вишну из себя выделяет следующую экспансию, уходит в каждую вселенную, как Гарбхата-Кашая-Вишну, вот он как бы поддерживает снизу всю эту вселенную. Вот. А следующая экспансия из него, исходящая Параматма, она поддерживает сверху, потому что Параматма находится на Шветадвипе. Вот Шветадвипа – это такая высокая точка, она выше вершины горы Меру. Вот. То есть, короче говоря, Господь и сверху, и снизу, и внутри, и снаружи, и внутри Вселенной, и снаружи Вселенной. А благодаря этому мир еще пока не развалился. Вот, потому что если бы его не было, то бравые живые существа своей глупой деятельностью давно бы уже все развалили. Вот. Но как раз вот это вот свойство Вишну это все поддерживает. То есть мы тут пытаемся как-то вот глупости всякие разные делать, но его сила поддержания, слава Богу, так сказать, больше, чем вот эта наша разрушительная сила. Вот поэтому наше невежество, оно никогда не сравнится с его благостью. И поэтому сколько бы мы тут это самое, что-нибудь не взрывали, там, не копали и так далее, его благость, то есть способность удерживать, сохранять вещи, она все равно, кажется, сильнее, чем наша вот эта вот разрушительная сила.
Вот по этой причине, несмотря на все наши глупости, мир продолжает существовать. Он как-то держится, потому что эта вот сила Вишну, она его и поддерживает. И естественно, что поддержание существует для чего? Вот, для того, чтобы на этом фоне какая-то развивалась активность. То есть вот гуна страсти дана для активности. А та активность, которая не является вечной, не является правильной, она завершается всегда разрушительной деятельностью, вот, невежеством. Допустим, даже, ну, можно сказать, благое дело зачатия человека, вот человека зачали, он родился, все это гуна страсти, да, какой-то рост. Вот, но поскольку физическое тело, оно не является вечным, и оно не является, по большому счету, нужным живому существу, вот, то это тело разрушается. Единственное, чем ему нужно это тело, только для того, чтобы в процессе своей жизнедеятельности приобрести некий духовный опыт. Вот это единственное ценное, что живое существо обретает в процессе своей жизнедеятельности. Мы можем все что угодно делать в этом материальном мире, но смыслом этой деятельности является то, чтобы мы так или иначе соприкоснулись с духовным опытом. Если человек много чего в материальном плане наделал, натворил, там, насоздавал и так далее, и он по всем параметрам заслуженный, там, всякие разные ветераны и прочие герои там, всякого разного труда, а с материальной точки зрения это может быть каким-то благом, но если при этом в его деятельности не присутствовало даже какой-то маленькой толики духовной деятельности, то этот опыт с духовной позиции он не считается ценным, и поэтому с духовной точки зрения человек прожил жизнь зря. И хотя после него, может быть, осталась целая куча там, медалей там, и грамот, и чего-то еще, вот за какие-то его материальные заслуги, перед Богом у него нет, может быть, ни одной заслуги, потому что он в процессе всей своей жизнедеятельности не соприкоснулся с Богом. То есть раджас просто превратился в тамас. Вот все, что когда-то было, теперь это осталось только в воспоминаниях, там какой-то памятник, надгробие, там, медали, там, какие-то фотографии, все, ничего это не осталось. То есть духовного опыта человек не приобрел. Вот. И в 17 главе Бхагавадгиты, в последнем стихе, Кришна говорит, что вот такая деятельность называется асат. Не вечная, и она бесполезна, как в этой жизни, так и в следующей. Она не приближает человека к Богу. Вот, поэтому Вишну держит нас тут всех, позволяя нам заниматься какой-то активностью, то есть он дает возможность гуна страсти и так далее, но он показывает, что если в этой активности нет ни капли духовности, тогда это все просто уйдет в песок, впустую. Вот. Деятельность человека тогда оправдана, тогда она имеет какой-то смысл, если в процессе всей этой жизнедеятельности он как-то соприкоснулся с духовным началом, и в нем начинает пробуждаться какой-то вот интерес к тому же, кто же я такой на самом деле, что вот кроме моих временных материальных ролей, может быть, какая-то есть у меня вечная, высшая роль. И вот это вот поиск самосознания, поиск своей духовной природы, поиск высшего начала, вот это вот то, что и делает жизнь человека наполненной смыслом, то есть это вот начало пути духовного возвращения, тогда жизнь какой-то смысл имеет. В противном случае нет. Вот. И большинство живых существ живут здесь достаточно бессмысленно, вот, находятся на каких-то вот низших этапах своего существования, огромное количество, мы видим растения, животные, все. Они полезны, в биологическом смысле они полезны, но какого-то духовного, такой духовной пользы, духовного смысла они не приносят ни себе, ни другим в свою жизнь, поэтому это все просто определенные, так сказать, какие-то вот такие материальные процессы. И поэтому Кришна все это прекращает. Цикличность это существует. Вдох-выдох. Вот, вошло-вышло. Вот, и самое ценное – это вот тогда, когда у живого существа появляется вот это вот понимание, для чего все это. И здесь говорится, что для того, чтобы вот эта жизнедеятельность осуществлялась, Кришна через Вишну, через форму Вишну, создает так называемую махататву. Махататва – это, так сказать, великая, буквально переводится махататва, великая истина, вот, но она великая для этого материального мира. Вот. В конце комментария Шрила Прабхупада говорит одну такую довольно интересную вещь, которую, если внимательно прочитать, звучит довольно-таки противоречиво.
Он говорит, что Махататва сосредоточена в определенном уголке огромного безграничного духовного неба. Скажите мне, какой может быть уголок в безграничном небе? Допустим, вот комната, здесь может быть уголок, я могу в уголке спрятаться, да? Вот. Но если границ нет, то в каком уголке я могу спрятаться? Да? Вот. То есть совершенно очевидно, что у безграничного уголков не существует. Вот. А, как это сказано в древней этой книге китайской мудрости, великий квадрат не имеет углов. Да? И при этом он квадрат. Квадрат означает, что имеет углы, но поскольку он великий, то не имеет. Как хочешь, так и понимай. Вот это примерно из той же области. Великий квадрат не имеет углов. Что в уголке безграничного духовного неба находится Махататва. Вот. Ну, это понятно, что попытка ограниченным языком сказать о безграничном. Вот поэтому здесь вот такие какие-то лексические или смысловые, кажется, противоречия, они вполне естественны, но мы должны уловить за этим суть послания, что вот есть некое безграничное духовное небо, и где-то там вот в этой безграничности есть какое-то вот маленькое, так сказать, пятнышко, оно маленькое, вот, но в наших глазах оно Махататва, оно великое. Вот потому что мы совсем маленькие, мы внутри этой Махататвы находимся. Нам Вселенная, это кажется, безграничной. Да? А когда мы с духовной позиции посмотрели, она, кажется, просто маленький такой пузырек, шарик. Да? Вот, то есть масштабность восприятия живого существа меняется, когда она находится внутри Вселенной, мир кажется безграничным. А когда это же живое выходит за границы Вселенной, она видит кучу всех этих пузырьков. То есть все сразу же по-другому видение происходит. Так же, как, предположим, когда мы находимся во сне, что-то такое там, ну, масштабное, ощутимое, серьезное, важное происходит. Но когда живое существо пробуждается, этот сон, это вот просто как какой-то фон такой уходящий, затухающий, уже как бы живое существо выходит из этого состояния. Вот. Это эффект выхода из иллюзии, из этой всей состояния разгипнотизации, когда живое существо вышло из-под влияния майи. Итак, это Махататва представляет собой некий строительный материал. Здесь Сута Госвами говорит, что она состоит из 16 начал, так называемой шодаша, кала. Кала — это означает отделенные части, шодаша значит 16. И Прабхупада объясняет в комментарии, что эти 16 начал представляют 5 первоэлементов и 11 инструментов постижения. То есть это что такое? 5 элементов – это вот панча махабхута, это мы знаем 5 состояний материи, да? Земля, вода, огонь, воздух и пространство. То есть такая ощутимая материя, ощутимая. А теперь нужно чем-то ее ощущать. И для этого даются 5 чувств, воспринимающих знания. Это слух, это кожа, это глаза, это язык. Да? Вот, то есть это вот 5 познающих чувств, так называемые гьянендрия. И мы познаем для чего? Для чего мы познаем, для чего мы питаем? Для того, чтобы каким-то образом действовать. Да? Вот, то есть, когда мы получили какую-то информацию, допустим, вы посмотрели сегодня утром, я проснулся рано утром, за окном полный вперед, так сказать, дождь, ветер, я думаю, караул вообще, значит, надо так, сапоги, зонт, все уже, так сказать. Вот, то есть я через гьянендрия, через познающие чувства посмотрел на эту, так сказать, Махататву, на эти 5 элементов вокруг меня, увидел в этих элементах доминанту элемента воды и думаю, что, чтобы мне не промокнуть, надо мне, так сказать, экипироваться. Прошло какое-то время, значит, ветром облака раздуло, смотрю, уже солнышко засияло, все, элемент огня. Я думаю, все, так сказать, зонтик и сапоги отменяются. Вот, надо брать темные очки. Вот, то есть элемент, доминант элемента огня, значит, от него защищаться надо. Одеваете, так сказать, какую-нибудь там панамку, какие-нибудь темные очки, что-то еще. Вот, то есть есть вот эти вот 5 первоэлементов, которые присутствуют в разных пропорциях, в разных смесях, порождая все многообразие реальности. Вот, сила времени, это вот как вот, сказать, вот шарманщик крутит свою шарманку, а там эти вот, ну, такие язычки, которые там как-то вот друг за друга там цепляются, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, вот это вся музыка, да? Вот, то есть все многообразие, которое мы имеем, это
просто сила времени, вот она, скажем так, перетусовывает, вот, крутит все эти вот пять первоэлементов. И мы при помощи гьянендрия, при помощи пяти познающих чувств, воспринимаем все это, то есть звуки через уши, для этого нужно пространство, эфир, да? Вот. А прикосновение мы воспринимаем через движение воздуха, через кожу, форму воспринимаем через глаз, благодаря элементу огня, форме света, а вкус мы воспринимаем благодаря элементу воды, через язык, запахи мы воспринимаем через нос, благодаря элементу земли, какие-то микрочастицы земли разносятся, то есть так происходит наш процесс познания мира, вот это вот гьянендрия, впитывание. И когда мы получили определенные впечатления от этой вот материальной ситуации, теперь мы начинаем действовать. А для того, чтобы действовать, нужно пять других чувств. Это называется кармендрия, то есть гьянендрия и кармендрия. Вот то есть, эти вот два типа чувств, познающие и активно действующие, они показывают нам на связь двух очень важных понятий в этом мире – гьяны и кармы. Вот, то есть мы познаем мир, и на основе того, что мы поняли, как мы поняли, мы начинаем действовать. Вот, мы смотрели на этот мир как младенцы, спрашивали: мама, это что, это что? Вот, потом учителей спрашивали, все, они нам рассказали про этот мир. Вот, то есть мы получили через гьянендри некие представления о мире, так сказать, Виталий, и нам говорят: ну все, ребята, вот теперь вот вам дипломы, да, аттестаты, вы теперь уже, так сказать, взрослые люди, давайте действуйте, работайте. Вот, итак, на смену гьяне, то есть процессу образования, процессу получения знания, приходит процесс кармы, все. Теперь все, что ты узнал, какую ты гьяну приобрел, да, все твои лабораторные опыты, все, что ты там делал, смотрел, читал, сдавал, все это все была такая внутренняя деятельность, действовали эти вот гьянендрия. Вот, и одиннадцатый элемент – это был вот элемент ума, который все это переваривает, то есть потому что чувства, а не знания не дают. Чувства дают только впечатление. Допустим, то, что я увидел дождь, еще не обозначает, что я понял, что делать надо. Вот, то есть теперь эту информацию нужно переварить определенным образом. Поэтому вот эти вот шода шакала, 16 начал, это вот 5 элементов, которые мы воспринимаем. Дальше гьянендрия, 5 чувств, то, чем мы воспринимаем. А кармендрия, это как мы действуем. То есть что такое у нас 5 действующих чувств? Это руки, ноги, язык в форме речи, анус, гениталии. Это 5 действующих чувств, да, кармендрия. Итак, получается 5, 5 элементов, 5 познающих чувств, 5 действующих, уже 15. 16-й какой элемент? Это ум. В данном случае здесь не дифференцируется ум, разум, эго. Это как ум, как некое единое тонкое тело берется. Вот. То есть то, при помощи чего мы воспринимаем вот это вот впечатление этого материального мира, и в уме же мы принимаем решение, что нам теперь с этим делать. Вот. Итак, вот эти вот шода-шакала, 16 элементов, они позволяют нам ориентироваться в материальной реальности. Вот. То есть чувство, как я сказал, непонимание, это не только впечатление. Вот. Теперь то, что я увидел, услышал, нужно переварить. Понимаете? Потому что люди говорят: вот я там что-то видел, но не понял. Объясните, да, это обозначает, что чувство соприкоснулось, и он говорит: я что-то вот услышал, но не понял. То есть в чувство какой-то раздражитель попал, какой-то звук или какой-то образ, но что это обозначает, человек не понял. Вот поэтому теперь нужно, чтобы еще у него ум, разум, эго, то есть тонкое тело нормально работало, да, чтобы у него был этот огонь разума, который переваривает все это. Вот, потому что а животные тоже могут много чего видеть, больше, чем мы, они могут чувствовать. Вот. И иногда они какую-то опасность почувствовали, землетрясение, что-то там еще, они раз быстро убежали куда-нибудь в безопасное место. Да? То есть их гьянендрия, им хватило разума на уровне интуиции понять, что какая-то опасность в этом месте, и они быстро, так сказать, избежали оттуда. Да? Вот. То есть гьянендрия перешла в кармендрию, то есть вот эти вот чувства познающие переключились на чувства действующие, и живое существо каким-то образом, ну, какой-то опыт приобрело, то есть воспользовалось всеми этими вещами. Итак, есть материальная реальность, которая состоит из этих 5 элементов основных. И теперь есть аппарат для восприятия этой реальности. Кармендрия, гьянендрия, вот, тонкое тело, ум, разум, эго, которые все это переваривают, как-то там усваивают.
Вот. Но поскольку наше тонкое тело, этот вот элемент восприятия ум, разум, эго несовершенны, то мы несовершенно видим реальность и несовершенно реагируем на нее. А тут накапливаются ошибки, понимаете? Вот. Человек что-то услышал, не так понял. Не так понял, не так среагировал. Потом говорит, на него кто-то обиделся. Он говорит, ой, простите, я не так понял. А уже поздно. Уже существует обида, уже там какие-то разрушенные отношения, что-то еще. То есть мы видим, что хотя этот инструмент создан Богом, то есть он совершенен в принципе, ну, как вот, насколько это возможно в этом материальном мире, но поскольку живое существо, которое находится внутри всей этой вот машины, вот этого всего тела, внутри вот этой системы восприятия, оно здесь обусловлено, все оно маленькое само по себе, пограничная энергия, под влияние иллюзий может попадать. Поэтому, хотя у нас у всех есть глаза, но глаза могут быть ослаблены, у человека зрение не очень. Или даже человек, который с хорошим зрением, допустим, у него хорошее зрение, но слабый разум. Может такое быть, да? То есть он увидел-то правильно, а оценил неправильно. Вот потому что в тонком теле какие-то там у него свои комплексы или страхи, или что-то еще. И он оценил все, что он увидел через эту призму. А у другого, может быть, чувства хуже работают, у него там зрение не очень, да? Но у него разум сильный. Поэтому даже по тому малому, что он увидел, он смог сделать какие-то очень глубокие выводы. А кто-то, может быть, много всего увидел, а выводов луком нормальных не сделал. То есть, так или иначе, у каждого живого существа какие-то формы несовершенства присутствуют здесь. И поэтому вся эта материальная система, хотя она создана Богом, и, в общем-то, она работает хорошо, но живые существа, поскольку они сюда приходят со странной такой вот концепцией, ну, они с реально невозможной концепцией, как это вот этот американский этот фильм «Миссия невыполнима». Вот это вот примерно то же самое, что живое существо приходит сюда с невыполнимой миссией. Вот, то есть оно хочет стать Богом. Да? Миссия невыполнима, реально. Но хочется попробовать. Хочется стать супергероем, хочется стать вот кем-то там таким суперменом. Да? Ну ладно. Вот. И вот живое существо с этой странной идеей такой, маниакальной, навязчивой, да, вот, что стать Богом, при этом не обладая достаточным могуществом и обладая несовершенными чувствами, но совершает массу ошибок. И вместо того, чтобы стать, не знаю, там, суперменом и так далее, превращается в какую-то дряхлую развалину, вообще непонятную. Самые удачливые живые существа в этом материальном мире, в материальном плане удачливые, это те, кто становится полубогами и так далее. То есть как-то у них вот это вот желание контроля до определенной степени сбывается. То есть если они действуют по ведам, все хорошо, если они аскетичны, вот если они, скажем так, действуют правильно, все там, все, так сказать, жизнь уравновешена, то есть они чувства свои контролируют, все это, значит, хорошие кандидаты, потому что берут на высокие посты людей, у которых чувства и разум уравновешены, то есть те, у кого достаточно хороший разум, при этом они могут им контролировать все, то есть контролируешь себя, сможешь контролировать других, не контролируешь себя, не сможешь контролировать других, то есть все очень просто, да. Вот, то есть самые успешные из материалистов это те, кто становятся полубогами, доходят там, до уровня Брахмы, может быть, Индры и так далее, вот, то есть вот, да, это ведический путь, который позволяет как-то вот эти мечты на 90% осуществить, да? Желание стать Богом, вот оно на достаточно высокий процент осуществляется, не на 100, на 100 оно никогда не осуществится, потому что 100 это, извините, занято, Кришна, вот, но на какой-то высокий процент это может осуществиться только в том случае, если джива действует по ведам и все, так сказать, контролирует свою жизнь, то есть жизнь не только на чувственное наслаждение направлена, а когда чувство находится под контролем разума, есть какая-то перспективная цель, и человек вот как-то поступательно к ней идет. Вот. Но даже это положение, оно не является на самом деле желанным для живого существа, вот, потому что полубоги – это просто такие очень грамотные материалисты, которые реально вот достигли какого-то высокого положения. Они верующие, они знают про Вишну, кто-то, может быть, даже и про Кришну знает, хотя про Кришну мало кому известно в этом мире. Это тайна тайн. В основном они знают Бога в его аспекте величия, в форме Вишну, так они знают его. Вот. Но
Полубог – это всегда большой соблазн, как мы знаем. Люди, которые выдвигаются на какие-то высокие посты, там часто они сгорают на каких-нибудь там взятках, коррупция, что-то еще, как-то вот, то есть не выдерживают соблазнов. Много искушений, много возможностей, много всяких разных ресурсов. Дали вам какое-нибудь министерство, да, все, вот управляй, да. У каждого министерства ему там бюджет дали, все, много денег, да, куча программ. Каждый думает, так, как бы оттуда что-нибудь это самое отщипнуть, да? Начинает там какие-то схемы разрабатывать. Ага, так, это мы сделаем вид, что он делаем то, а там это, и мы там потихонечку все, раз. То есть вот это вот элемент коррупция, близкие вещи, как коррозия, коррупция, разложение, разрушение. Вот, то есть сознание живого существа не выдерживает соблазнов, когда предоставляются вот эти какие-то разные возможности. Вот, и потому что им хочется вот, ну, все, что есть у Бхагавана, да, вот, богатство, сила, власть, красота, знание, слава. А вот последнего достояния, отрешенности не хватает. И поэтому они, обретя что-то из этих пяти, вернее, достояний Бхагавана, но не обладают этим вот шестым, вот этим вот духом полной отрешенности, они склонны к этой вот коррупции, к этому внутреннему такому моральному разложению. Вот поэтому мы регулярно читаем про все эти там какие-то огрехи среди полубогов, Индра там постоянно где-то он, его имя мелькает во всяких разных неблаговидных делах. То есть живое существо даже на высоких постах в этом материальном мире благочестивое, все там достойное, квалифицированное, но тем не менее сознание живого существа все-таки пограничное, и живое существо впадает в эту майю. Поэтому даже вот это вот положение полубогов, оно не является, конечно же, идеальным. Вот, идеально – это когда живые существа стремятся не к богатствам Бхагавана, а к самому Бхагавану. Вот это называется путь преданности. Вот, когда вот это вот соблазн этого материального мира, главный соблазн, управлять ресурсами и наслаждаться ими, когда этот соблазн преодолен. Все, то есть живое существо говорит, мне не нужно царство Бога без Бога, мне нужен Бог, потому что это, если есть Бог, там есть и его царство, естественным образом. То есть просто правильное мышление, независтливое по отношению к Богу, правильное мышление, вот, я хочу быть слугой Бога, не конкурентом Бога, а слугой Бога. Вот это вот самый главный вывод, который только может сделать живое существо. Это вот самая главная дилемма, которая должна быть решена в сознании. Много разных задач человеку нужно решить в жизни. Там в основном они все связаны с каким-то там поддержанием, решением каких-то конфликтов, то да все. Куча всего. Здоровье, деньги, там, какие-то положения, дети. В общем, куча всего. И люди хватаются за сердце, говорят, Господи, меня на все не хватает, то все, там никто не слушается, ничего не контролируется. То есть они пытаются не то дело делать. То есть все вот эти вот материальные дела, они лучше делаются тогда, когда человек внутренне духовно силен, когда он получает божественную поддержку, тогда даже его карма, она как-то до какой-то степени нивелируется. А даже если эта карма какой-то, так сказать, приходит в полное неудовлетворительное состояние, по меньшей мере, такой душе есть куда податься. Как, допустим, этот, в четвертой песне Бхагаватам описывается история этого Махараджа Анги, у которого родился этот неблагочестивый сын Вена. Вот, и Анга пытался его там как мог воспитывать на путь, если наставлять. Бесполезно, то есть Вена был совершенно неуправляемым человеком, вот, и для отца это был, позор, представьте себе, как вот сейчас какой-нибудь вот, высокий чиновник, да, а у него там сын, вообще полный придурок вообще, да, ему стыдно отцу за то, что он такая, известная личность, уважаемая, да, а сын там полный кретин вообще, вот, и точно так же этот Махараджа Анга, он пытался своего этого сына воспитывать, в конце концов он разочаровался, но он разочаровался в материальной части реальности, поскольку он был преданным, ему было куда податься. Все, он сказал, все, ладно, я сделал все, что мог, эта тема моей жизни закрыта, теперь я пошел дальше развиваться. Если сын не слушается, все, как говорится, на все воля Божия, он не слушается меня, послушается Бога. Вот, по меньшей мере, послушается его энергию и так далее. Вот. То есть, когда мы
становимся на путь преданности, у человека появляется большая внутренняя сила, и самое главное, в чем эта сила проявляется, в способности переваривать разные ситуации. Понимаете? В смысле переваривать разные ситуации. Вот. То есть, когда люди говорят, у меня проблема, там то-то, все, помогите, там, мне нужна консультация, это что значит? Это обозначает, человеку не хватает своего разума переварить. И он ходит с тяжелой головой, да и вот никак у него вот эта вот проблема, там встала поперек дороги, и все, как вы знаете, бревно, вот какое-нибудь, после какого-нибудь тайфуна, дерево упало поперек дороги, и все, тут же пробка, понимаете, все, никто не может никуда проехать, тут же проблема образовалась, да что делать, вот начинает это дерево там куда-то тягать туда-сюда или там что-то, вот, то есть, когда в нашем уме образуются какие-то вот такие вот, не знаю, блоки, обиды, какие-то непреодолимые препятствия, гордость, вот мне гордость не позволяет там сказать то или сделать это, там, или смириться, или принять что-то еще, то есть куча разных таких вот вещей обозначает одну простую вещь, то есть у человека не хватает духовного разума вот эти вот все какие-то блоки в уме, так сказать, рассосать, переварить, ликвидировать, убрать, очистить, то есть не хватает силы, видения, увидеть это все в перспективе в связи с Кришной. Вот. И живые существа, вследствие того, что они несовершенны, вот они совершают разные какие-то действия, ошибки накапливаются, и все эти ошибки, вот они как, это то же самое, что как вот человек действует, ну, неосторожно с каким-то инструментом острым, с ножом, чем угодно, шрамы, порезы, там какие-то вот все вот эти вот вещи, смотришь на руки человека, который жизнь прожил там где-то, и вот можно понять его историю, да, какие ошибки он совершил. Да. Вот точно так же люди, которые, предположим, вот имеют в уме много всяких разных таких сложностей и проблем, это обозначает одно, что им не хватает духовного разума, духовного опыта все эти вещи переварить, и поэтому, именно поэтому у них все эти какие-то комплексы, какие-то обиды, какие-то страхи, какие-то опасения, какая-то неуверенность, то есть их разум он не освящен духовным видением, то есть у них нет полной картины бытия, вот, и поэтому они вот в этом своем таком ограниченном уме живут со всеми этими своими внутренними такими непереваренными болячками и проблемами, вот, и из таких людей состоит мир, понимаете, что там они на кого-то держат камень за пазухой, что-то еще и так далее, но какое может быть качество жизни, когда мир полон, извините за выражение, моральных уродов, понимаете, людей вот с такими вот умами, у которых там в головах куча разных проблем. Соответственно, и жизнь такого качества, что вдруг ни с того ни с сего у кого-то там с крышу сорвало, да, и он там начинает там какую-то политику странную проводить, вот, или там какие-то, ну, в общем, это все следствие несовершенства сознания живых существ. Вот. Поэтому вместо того, чтобы пытаться сделать совершенную материальную жизнь, все, что нужно, это попытаться сделать совершенным свое сознание. Вот это проще, бюджета никакого не надо. Вот. То есть просто живое существо принимает духовное знание, духовную культуру, и благодаря этому, то есть сознание Кришны на практике обозначает, что ум, сознание, вот это вот внутреннее, вот этот вот наш, как сказать, вот эта вот среда, которой мы воспринимаем мир, ум, он очищается. Мантра – то, что освобождает ум от всех этих вот лишних вещей. Если человек реально повторяет мантру, то это проявляется в том, что у него нет проблем, понимаете? Нет проблем не обозначает, что у него трудностей в жизни нет. Трудности в жизни есть у каждого. Они кармически как-то там обусловлены. У каждого есть свои какие-то слабые моменты в жизни обязательно. Нет проблем обозначает, человек не воспринимает эти трудности как проблему. Он их воспринимает как вот некую данность и все. Ну что, ну там какой-то там дом у него кривой, там может быть не идеальный, или еще что-нибудь там, или жена у него может там не супер красавица, или может он не миллионер там, а чуть-чуть поменьше, да. То есть какие-то несовершенства есть у каждого, но он не воспринимает это как проблему. Слабости есть у каждого человека в здоровье, там, в чем-то еще, там, в каких-то разных вещах. Но если у человека есть совершенное сознание, то он вот эти вот какие-то естественные кармические ограничения, которые у каждого человека есть в той или иной сфере, он это не воспринимает как проблему.
Он это воспринимает как естественное, так сказать, ну, явление какие-то, которые сопутствуют, ну, несовершенному материальному существованию, вот, что в этом мире мы находимся вот, в процессе времени, в этой всей карме, в этих гунах. То есть здесь невозможно себе представить абсолютно идеальную материальную ситуацию. Просто ее нет. Вот, поэтому, когда у человека есть вот такое вот чистое просветленное сознание, которое возникает только от того, что человек занялся служением. То есть это не просто какой-то, знаете, вот человек что-то такое прочитал и ах, просветление достиг. Нет. Вот это вот понимание, оно приходит только тогда, когда человек занимается служением. Почему Кришна и говорит, что там дадами будхи йогам, там это маму паянти те, да, что тем, кто с преданностью занимается служением мне, тому я даю разум, при помощи которого человек приходит ко мне. Вот. То есть Ишам цитата юктанам, бажетам, прити пурвакам, дадами будхи йогам, там и на маму паянти те. 10 глава, 10 стих Бхагавадгиты. Вот. То есть там и говорится о том, откуда вот такое состояние это берется. Каждый человек, несмотря на несовершенство своей кармы, которая у каждого есть, тем не менее человек может приобрести совершенное сознание. И этим совершенным сознанием он увидит, что все его кармические ограничения, они не являются проблемами, по меньшей мере, они не являются поводом для каких-то серьезных переживаний. Это просто вот какая-то особенность моей кармы, ну и ладно. То есть, по большому счету, это не мешает преданному служению Богу. То есть, когда человек приобретает вот такое сознание, все. У него есть какие-то ограничения, есть у каждого, но он не видит в этом проблемы, понимаете? Потому что он знает, что это, ну, это неизбежно. Вот, и он своим сознанием, скажем так, сосредоточен на других вещах. Его интересует вечная природа Бога, вечная природа своя, вечная природа служения, вечная природа их отношений. Вот эти вот интересные вещи. Вот, и в этом процессе он и приобретает внутреннее совершенство, и когда приходит время, от этого уже несовершенного своего физического тела, естественно, он как бы освобождается, как вот, живые существа оставляют там какую-то старую шкуру там, или что-то еще. Вот. То есть понятно, что движение, рост обозначает от какого-то несовершенного состояния к более совершенному состоянию. Вот для чего нужно творение это материальное. И Кришна создает все это вот хозяйство, все вот эти вот, всю эту механику, все эти там шода-шакала, 16 элементов, помещает нас внутрь сюда. Вот не просто для того, чтобы мы тут потребляли, выделяли, там из пункта А в пункт Б перебирались, а для того, чтобы в процессе всей вот этой вот жизнедеятельности мы могли приобрести духовный опыт. Поэтому всегда любая культура, что хотите, возьмите высокоразвитое арийское общество, ведическую цивилизацию или там какое-то племя, которое пляшет у костра, там какие-то свои, эти, там, во главе с шаманом, да, то есть у всех, от примитивного, так сказать, племени до высокоразвитого общества, у них у всех есть идея о том, что существует некая высшая сила. Некая высшая сила, от которой мы зависимы. Вот другое дело, что не хватает знания, как с этой силой правильно взаимодействовать, понимаете? Вот. И чем больше знания, чем больше понимания, как нам правильно с этой силой взаимодействовать с Богом, все, тем совершеннее жизнь человека. И Шримад Бхагаватам в этом плане это самая лучшая на свете книга, то есть, поскольку она без всяких, так сказать, обиняков, без всего, наиболее в чистом и понятном виде излагает всю эту картину. Почему и сказано, что зачем нужны другие писания, когда есть Шримад Бхагаватам в самом начале. Да? Вот если взошло солнце, зачем нужны лампочки? Лампочки хороши во сне, в темноте вернее, да, пока еще солнце не зашло. Вот я сегодня утром тоже на кухню захожу готовить, значит, свет зажег, и в это время солнце из облаков, фух, так вот ярко. И все, в лампочке нет никакого смысла, я думаю, все, лампочку выключаю, потому что солнце освещает. Точно так же, когда Шримад Бхагаватам появляется в нашей жизни, все остальное оно каким-то мелким становится. То есть, что бы ты остальное ты не читал, не изучал, думаешь, боже мой, какое это все какое-то мелочное, вообще смешное по сравнению вот с тем, как это тут мегаватты этого света, понимаете, в Шримад Бхагаватам, когда его слушаешь, читаешь, изучаешь. Вот, то есть, все, что только можно придумать, оно все здесь есть, понимаете. 10 тем Шримад Бхагаватам описывается все там от творения, от тонкого, грубого там и так далее, разрушение, поддержание, в конце концов, до вот этой вот ашраи, до высшего прибежища. Вот. Поэтому, если мы погружены в эту тему,
Вот это и есть процесс преобразования нашего сознания. Как в воскресенье на днях мы говорили, этот стих, «Наш-то праешу абхадришу нитям бхагавата севая бхагавати утама шлок бхактир бхавати наиштики». Если человек регулярно слушает, изучает Шримад Бхагаватам и занимается служением великому вайшнаву, бхагавати, да, который воплощает в своей жизни эти принципы бхагаватам, тогда все, что вызывает беспокойство в сердце, абхадра, нашта праешу, абхадришу, то есть вся эта абхадра, она нашта, она уходит почти полностью. Вот, и тогда что? Бхактир бхавати наиштики, то есть преданное служение наиштики обозначает становится ништха, то есть наиштики необратимым, твердым. Вот все, две вещи. Две вещи. Регулярное изучение Шримад Бхагаватам, служение чистому преданному Бхагавате. Мы скажем, а где же Хари Кришна мантра здесь? Очень просто. Если мы занимаемся служением Бхагавате, Бхагавата первое, что он просит, повтори Хари Кришна. Вот, поэтому это все входит, так сказать, в процесс служения. Вот, и если мы вот этой деятельностью занимаемся, то это и есть процесс нашта правишу абхадришу, то есть вот этого постепенного очищения от всей абхадры. Вот. Ну а полное окончательное очищение, оно происходит уже тогда, когда живое существо непосредственно уже отделяется от самого этого тела, потому что пока мы находимся внутри этого тела, какое-то осквернение, какое-то до какой-то степени отождествление с ним, какие-то желания связаны с ним, оно все равно будет оставаться. Поэтому там скажем, что не полностью, а почти полностью. То есть пока мы находимся в теле, мы не можем быть полностью чистыми преданными, мы можем быть почти чистыми преданными. То есть полная чистота, она происходит тогда, когда живое существо уже полностью выходит из материальной природы. Хари Кришна. Вопрос можно? Пожалуйста. Скажите, а что такое проблема и чем отличается проблема от трудностей? Проблема от трудностей? Да ничем не отличается. Ну, в смысле, вот. Да просто богатый русский язык, есть такое понятие синонимы называется. Можно сказать круто, можно сказать прекрасно, великолепно, превосходно, вообще конгениально. А можно по-простому сказать таким примитивно современным языком, ну круто. Да, все. То есть есть синонимы. Ну, я имею в виду, вот, в контексте лекции, вы сказали, что трудности это то, что ну, у всех есть, мы их решаем, а проблема... В таком контексте трудности это обозначает, что тогда так скажем. Да, я уловил, простите, не сразу понял ваш вопрос. Трудности обозначают, что мы находимся в среде, которая материальный мир является, называют его дурга, да, одно из значений. Вот, и поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вот это вот моя природа. Она мама моя дуратья, то есть труднопреодолимая, да, материальная. То есть это обозначает, что все в процессе материальной жизни испытывают некие трудности. Трудно встать с постели, понимаете, там все трудно, там деньги зарабатывать трудно, там что-то еще, там кому-то переварить что-то трудно, кому-то в туалет там трудно сходить. То есть все трудно, понимаете, это называется трудность этого материального мира. Вот. Проблема обозначает, что как мы эти трудности воспринимаем. Если мы воспринимаем эти трудности как некое естество, ну, то есть это присущее материальному миру, то есть естественное для материального мира, то есть мы не идеализируем этот мир, мы не ждем, что здесь все будут вот как ангелы, там все там, понимаете, с нами прямо так все идеально, да, все, что я захотел, все сбывается. Простите, вы перепутали не то место, это в духовном мире так. Вот. А в материальном мире чего-то хочешь, ну, поши до седьмого пота, чтобы это осуществилось, понимаете. Вот. То есть трудности, они присущи. Они присущи материальному миру. Но проблема – это некая ментальная… Когда эти трудности воспринимаем как некую проблему. Это не проблема. Это норма, понимаете? А что такое проблема? Проблема – это неспособность ума переваривать эти вот естественные трудности, которые присущи этому материальному. Неспособность, несварение. Понимаете? Вот человек что-то съел, да, допустим, вот ему говорят, о, сладкое, да, вкусное съел. И потом, а у него не хватает силы пищеварения, ослабленного, допустим, пищеварения, да? Вот, и это как бы вот штука, она превращается там непонятно во что, да? То есть она не может у него полностью усвоиться, и ему потом плохо, и все ну, как-то не очень хорошо. Вот, то есть проблема – это неспособность переварить, нехватка вот этого духовного разума, которая
которая мне показывает, да это не проблема вообще, понимаете? Допустим, какой-то человек, да, или, ну, там, не знаю, ребенок, там, у него плачет какая-то проблема, мама приходит, да что ерунда, что ты из мухи слона делаешь? Раз, раз, и все, и нет проблемы, понимаете? Ребенок, ок, да. Знаете, то есть то, что для него непреодолимо, или, допустим, даже проблема не решилась, ему так все объяснили, что говорит, да ты не обижайся, там, ты не это самое, не беспокойся по этому поводу, это нормально, все. А, ну раз нормально, все. То есть это было проблемой, перестало быть проблемой, если человеку дали какое-то правильное видение, что в действительности это не является. Это просто вот такая, такие нормы, такие особенности этой материальной жизни, что это присущие, сказано же, да, что рождение, болезни, старость, смерть, вот куда от них денешься. Да? То есть это вот четыре вещи, которые присущи материальному существованию. То есть мы никуда не можем, мы не можем здесь родиться, вот, чтобы без боли, там, даже если через кесарево сечение, ну, ребенку не больно, маме больно, там, еще что-нибудь, понимаете? То есть невозможно здесь вот без боли, чтобы не родиться, не умереть, там, не жить, ничего невозможно, да? Но если мы вдруг поняли, что это норма, это не проблема, это просто условие материального существования. То есть при помощи трансцендентного разума мы это можем так воспринимать. И тогда эти вещи, хотя они по отношению к душе, конечно, проблемы, но раз мы находимся здесь, ну что, ну ладно, мы принимаем все в комплекте. Все. И это уже не становится проблемой. Мир создан для чувств, да? И в чем это контроль его заключается? Мир создан для чувств, в чем контроль? В чем контроль чувства заключается? Мир полностью на чувства ориентируется. Мир создан, здесь интересно, Шрила Прабхупада в комментарии же говорит, что с одной стороны он создан для чувств, но также он создан и для того, чтобы приобрести духовный опыт. Сейчас я не помню эту строчку, где здесь, но вот если вы слушали внимательно комментарий, тут была такая идея, что с одной стороны мы здесь исполняем свои вот эти вот чувственные желания, вот, а с другой стороны, значит, так. Вот, в материальном мире, обусловленном душам, предоставляется возможность наслаждаться материей, но вместе с этим им дается шанс осознать свое истинное изначальное положение. То есть, в целом, конечно, большая часть живых существ, как мы видим, погружены в чувственную деятельность. Это просто они занимаются сейчас жизнью, как бы их жизнь протекает на их уровне. Да? Вот, но этот же самый человек в какой-то момент может задуматься, да, под влиянием благотворного, вообще не поменять свой образ жизни. Таких людей, их, понятное дело, мало, особенно в Кали-Югу. Если в другие эпохи, допустим, больший процент, ну, разумных таких людей, стремящихся к совершенству, в Кали-Югу таких людей процент очень маленький. Вот. Вот. А контроль обозначает, что из всего того множества, которое нам дается, мы должны выбрать лучшее. То есть вот если опять же вот эту первую песню заглянуть, да, где там вторая глава, где Сута Госвами говорит, что среди всех трех гун, гуна благости является наиболее благотворной. Потому что в этом состоянии живое существо, оно может осознать духовную природу, сатвояж брахма даршина, и сатва открывается видение брахмана, да, понятие какое-то о духовном совершенстве. Более того, в благости, вот здесь, вот хорошо, смотрите, как раз это 23 стих 2 главы. «Трансцендентная личность Бога косвенно связана с тремя гунами материальной природы, страстью, благостью и невежеством». И лишь для сотворения, поддержания и разрушения материального мира он принимает формы этих трех качеств, то есть формы Брахмы, Вишну и Шивы. Из этих трех наивысшее благо люди могут получить от Вишну формы качества благости. То есть благость, она всегда ассоциирована с Вишну, понимаете? Вот, поэтому принцип контроля над жизнью осуществляется тогда, контролирует всю Вишну. Мы не можем контролировать. То есть у нас появляется возможность контролировать ситуацию лишь тогда, когда у нас есть элемент благости. То есть это и есть сила от Вишну.
Он благостью контролирует и поддерживает все. Точно так же, и когда в нас есть благость, это обозначает, у нас есть некая вот эта вот доля шакти вишну, контролировать, поддерживать, понимаете? Вот, поэтому из гуны благости можем извлечь, так сказать, максимальные блага. И теперь духовная жизнь, она лучше протекает, когда она в благости. Все, в благости, так сказать, жизнь человека отрегулирована, чиста, все ему понятно. Мы знаем, что благость характеризуется знанием, ощущением счастья. В Бхагавад-гите Кришна два признака благости описывает. Все, поэтому из этих трех гун правильно, так сказать, стремиться в сферу благости, потому что это место, благость – это та среда, из которой легче практиковать духовную. То есть, приведем опять же старый пример. Хотите улететь из этого города, двигайтесь в сторону аэропорта. Из другого места не улетите, понимаете? Все. Вот, поэтому, если мы хотим, так сказать, из этого мира отчалить, вот, значит, нужно двигаться в ту сферу, откуда это, естественно, происходит. То есть, благость, она как такой хороший плацдарм духовной жизни. Последний вопрос, давайте. Расскажите, пожалуйста, такое понятие, вот служишь, когда преданным, да, понимаешь, что преданным служишь, да, и в то же время ты хочешь, чтобы тебя отметили, как-то похвалили там или еще что-то. Но является ли это нормальным, принимается ли вот такое служение, то есть такое настроение? В этом служении присутствует примесь гуны страсти, потому что страсть – это вот желание, чтобы меня отметили, заметили. Вот. Это неизбежный этап развития. То есть нельзя сказать, что это норма, желательно, чтобы этого не было. Вот почему и говорится, что истинное служение – это то служение, которое вообще, так сказать, ну, анонимно, когда об этом не знает никто, кроме Кришны. Вот это будет самое лучшее служение. Но когда человеку хочется, чтобы о его служении узнали, выделили, похвалили, это принимается. То есть Шрила Прабхупада поощрял своих учеников, ему нравилось смотреть там на эти все цифры в распространении, кто там на первом месте. То есть это неизбежные игры нашего уровня, что называется, понимаете? Это игры нашего уровня. То есть сейчас без страсти нам жизнь по-прежнему кажется пресноватой несколько, понимаете? Поэтому это этап развития. Это не нужно воспринимать, это как бы норма в том смысле, что она связана с нашим нынешним уровнем, но эта норма, она не должна быть на всю жизнь нормой, понимаете? То есть в перспективе человек должен прийти к идее бескорыстия служения. Вот, то есть если это норма на сейчас, то есть сравнить с тем, кем мы были там сколько-то лет назад, когда мы вообще не занимались преданным служением. По отношению к этому нынешнее положение – это лучше, это прогрессивное положение. Но в нем присутствуют элементы старых парадигм, старых вот этих вот концепций. Я хочу, чтобы как-то выделиться, чтобы меня узнали. Все. Это примесь. Преданное служение – это совсем другое. Это примесь в нем, в этом преданном служении. Вот, поэтому это норма по отношению к прошлому, но это не совсем норма по отношению к будущему. То есть в будущем мы должны от этих всех вещей абхадра, то есть наш табрайшу абхадра, то есть эти абхадра должны уйти. А абхадра обозначает нежелательные вещи. Да? Субхадра – это благоприятное, абхадра – это неблагоприятное. Вот, то есть почему оно абхадра? Потому что оно не дает пережить нам вкус чистой любви, понимаете? Вот это называется абхадра. Вот, поэтому сейчас мы испытываем вкус не от чистой любви, а от того, что вот меня отметили. Сказали, вот такой-то бхакта там молодец, да? Вот, и вот, от этого я испытываю вкус. А в действительности вкус от другого должен быть. Поэтому если это норма по отношению к нам прошлым, это никак не норма по отношению к нам будущим. И поэтому мы должны иметь в планах вот от этого желания избавиться. Понимаете? Ну, последний, да. А как вы свою молодость и энергию задействуете еще? То есть для молодых людей полных энергии это нормально, но в целом вот с позиции, так сказать, вот, ну, скажем так, вот, обычной какой-то жизни, то есть, ну, жить на чемодане там, или на какой-то своей там, сумке, или не знаю что, вот, то есть это очень беспокойная жизнь. Вот, то есть, ну, есть люди, которые такой природой обладают, или до какого-то этапа им вот это вот нравится, входит в какие-то планы, потом как-то все уже. То есть это нужно воспринимать, ну, если только это, конечно, не какие-то там вот прямые, не знаю, наследники Нарады Муни, которые просто вот по жизни такой, у него просто вся жизнь такая, да, и вот это вот норма его. Окей, тогда это мы признаем как вот некую сварупу или вот некую данность, да, вот. А для большинства людей это немножко
тягостно, так сказать, все эти вещи. Вот, поэтому это нужно принимать, то есть то, что вот у меня есть такая природа путешествовать, мне нравится, там пока все это весело, здорово, да, вот, а хорошо, то есть Кришна использует все эти вещи, всю вот эту вот страсть. Вот, видите, было время, когда это вот группы Санкиртаны колесили там по всей Америке, потом по всей России, сейчас они меньше колесят, да, тут еще как-то колесят, там уже не колесят. Вот. А, то есть что обозначает? Люди в большинстве своем, они живые где-то, понимаете? Но просто они остановились где-то там. Вот остановились, сказали, все, приехали. То есть все, мы уже больше не можем. Да? Вот. То есть это связано с определенным этапом. Вот в молодости люди, естественно, более активные. Вот поэтому это норма вот для какого-то определенного этапа жизни. Вот. С другой стороны, не знаю, мы не можем тоже, так сказать, из песни слово выкинуть. Там, Аюрведа говорит, что эти путешествия они способствуют возрастанию вата-доши. А вата-доша, она все губит, потому что вата-доша – это как вихрь, смерч. Он же все, он там дома, машины все сносит. Если вата-доша вышла из равновесия, это вообще пиши пропало, это караул. То есть она перемешает все остальное и будет полный вперед. Вот, поэтому путешествие, оно же какое? С ветерком, правильно? Все. Либо ты летишь по воздуху, либо этот ветерок, так сказать, вокруг. А это и есть ветер, это и есть вата. Вот. И в теле, когда он возрастает, то самые легкие проявления вата-доши, там какие-нибудь запоры, сухость кожи, там что-то еще, такая мелочевка, с этого начинается. Вот. А потом, когда эта вата-доша, она проникнет уже глубоко в дхату, в ткани, вот оттуда ее уже вытащить крайне сложно, понимаете? Там уже начинают развиваться всякие ужасные вещи. Вот, поэтому лиха беда начала, как говорится. Сначала начали с того, что прокатились с ветерком, а потом этот ветерок, так сказать, все глубже, глубже и глубже и глубже. Вот, и когда он входит уже в дхату, в эти все, всем, так сказать, ткани и тело, вот, это страшные вещи получаются. Ладно, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джая. Шрила Прабхупада ки джая.